дашь, ладно, пап? Ты мне дашь? Йоу. Денежку как? Сколько? 1000 рублей. 200? А что так мало? 1000. 1200? Нет, просто 1000. Да? Придется. А еще у моей подруги 17-й день рождения. И что дальше? Так, ну иди, ты весь колючку. А, пойдем. Папа, давай Таю выпустим. Какой сейчас разбомбит полдеревни здесь? Что-то не знаешь, что Таю. Пап, давай купим ей ошейник. Ну, и еще, чтобы я... О, подракивай там. Ну, да, чтобы не приставал. И еще, чтобы с ней играть, давай. Пить хочет нам водичку. Ну что, ты будешь ее, Валер, пробовать? Да сейчас, поедешь. Там, может, старый, надо убрать что-нибудь там. Я сейчас его на веранду посажу, Валер. Да, да. Сейчас варю, пока пожарю, чтобы сразу поставить. Мы варили собачкам, собачки. Варили? Два дня кормили их? Да. Почему ты мне? Ну, кормили? Да, кормили. А, хоть мне писать. Прям как Тая. Ну все, тогда берите, забирайте. Посмотрим. Уноси ее. То она так от них и не отойдет. Настя, забирай на веранду и закрывай его. Да, на веранду где-нибудь закройте. Я заберу, поедет. Пошел и готовить собаку, да хоть поспать нормально. Ну да, мероприятие провели, провели. День физкультурника прошел нормально, нормально. Все по уму. И стрельба, и канаты. Все когда на руках поборолись. Но мы победили, да? Ну, конечно. Ну, конечно. Спасибо, что сражаться не успел. Настя, не приставай к собаке. Это Тань. Я собаке убегаю. Она уже в доме зашла. Не, она тайна это. После битвы лапка болит. Кота задрали они ночью. Не трогай, укусит. Не, не укусит что-то. Давайте меня облизывай. Ты. Не укусит. Нет такого. А ты, мать, когда работает? Сегодня? Завтра. Утром? Да. Завтра утром работаем? С 8 утра до 8 вечера.